Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Emlux, серия Greyline, на цоколь H1 с температурой свечения 5000 Кельвин. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри у нас вот так вот укомплектованные лампы. В комплекте две лампы находятся. Лампы довольно-таки мощные, как заявляет производитель, мощность ламп 26 Вт. Лампы полностью металлические, включая посадочный цоколь. На каждой лампе используются по 2 светодиода высокой интенсивности, также две системы охлаждения, активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Подключаются лампы на питание 12 Вольт с помощью стандартных разъемов. На проводе питания есть драйвер, вот такая вот коробочка, герметично заклеена, пыль и влага защищена. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 Вольт. Вот так вот отсвечивают данные лампы. Довольно-таки неплохая яркость у данных ламп. Заявленная мощность, напомню, 26 Вт. Цветовая температура 5000 Кельвин. Как мы видим, белый световой поток выдает лампу. После установки таких ламп в автомобиль обязательно нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.